Здорово. Чё вылупились? Обосраться, Рик! Ты клонировал меня? Да, я знаю, но это был единственный выход, Морти. Морти клон, сделай должение для меня. Мне нужно, чтобы ты застернул для нас белишко здесь. О, просто закинь в стиралку и все. И я понимаю, что ты тупой, конечно, но с инструкцией, которую я оставил тебе на доске, ты должен управиться. Так что давай, приступай, я прослежу. Хочешь футболочку? Ну занюхни, ну занюхни, это пот Рика. Морти, Морти, это ж твой старикан. Я не могу поверить, Рик, что ты клонировал меня. Я знаю. Поверь, Морти, твой клон поможет нам решить многие проблемы. Чё за фигня? Ты просто сумасшедший! Слышь, чуваки, у вас тут, походу, одежда клонируется. Рик, занюхни свои труханы. По-моему, они свеженькие. Может, не надо их стирать? Вау, Рик, мне кажется, что я начинаю привыкать к этому клону. Пытайся, Морти. А, про станции совсем забыл. Может, кто-нибудь из вас их хочет занюхнуть? Господи, Рик! Ведь он же реален? Да, ее вполне может взять эти вещи, затолкать в стиралку и включить ее постирать. И после высушить все вещи на сушильной доске, которую я недавно сделал. Чуваки, вы мне хоть порошок-то купили, чем мне стирать? Или заливать вот эту фигулину? Что это вообще такое? Какая-то жидкость. Так, надо протестировать на тебе. О, господи! Что ты делаешь, Морти Клон? Серьезно, какого черта ты делаешь? Оу, пузыри, 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 вокруг пузыри. Я знаю, что тебе хреново от порошка, но потерпи. Ты пропускаешь столько пузырей, понимаешь? Хватит нести всякую чушь, колпак тебе в рот. Ты только глянь, что я вижу, это же салфеточки. Давай замутим с собой салфеточное пати. Надо просто раскидать салфетки повсюду. Вот, ух ты, как они летят, да здесь физика шикарная. Ну, конечно же, я же в реальном мире. Офигеть, ты посмотри, оно как перышко спускается так на пол. О, круто. Да кого я обманываю, отстой полный. А что это за выключатель? Опачки, что-то сломал, надо обратно вернуть. Я ничего не делал. Чуваки, спасибо вам за шикарное времяпровождение, я пошел. Какого? Это, чё? Это реально фейковая дверь? Чтоб вас! Походу я влип. Ага, здесь лампочка перегорела. Отлично, теперь у меня есть холодное оружие. Ну вытащили меня отсюда, а то я вас сейчас почикаю лампочкой, понял, ты, Морти! Пучие глаза, ты тыква, слышишь меня? Алло? Походу они отключились, слышь? Так, а что если я тебя сейчас нагну? Оу, чувак, ничего себе ты гибкий, ты как желеобразный. Морти! Морти! И ты не настоящий! Я реальный, ты клон! Доктор! Тьфу ты, блин, Рик! Слышишь меня, Рик? Я настоящий! С тобой стоит рядом клон! Вытащи меня, очнись! Рик! Ладно, чуваки, сделаю по-вашему. Надеюсь, что вы меня отпустите после того, как я состерну ваше белишечко. Значит так, вроде бы трусы... А, вон они, трусы. Чуть трусы не потерял. Значит так... Надо открыть крышку вот этой штуки. Ага, вижу барабан. Сектор приз на барабане, значит. Берем труханы и вытираем воду. Все равно они уже грязные. Выкидываем туда. Штанцы, рубаха. Теперь надо залить это все нашим шампунем. Жеванный торт, нафига ты включилась? Я тебя не врубал. Остановись, шайтан-машина. О боже. Кажись, сломалось, ништяк. Значит, заливаем шампунь сюда. А сколько... Воу, вот это глюки. Или просто стиралка дырявая. Одно из двух. О, кстати, Морти, про пузыри что-то там говорил. Ну-ка. Да ну нафиг. Вот это пузыри. Ух, чуваки. Ну все, попузырили и хватит. Значит, запускаю стиралку, как это делается. Так, короче, надо подергать рычажки, потыкать по кнопочкам, и все должно заработать. Деликет. Прем-пресс. То, что надо. О, отлично, кажется, он смог справиться со своей работой. Но по большому счету это просто летающая башка с плавающими руками, поэтому я ее пристрелю. Ах ты, дряблый дед! Он мне изначально не нравился. А где, черт подери, я нахожусь, я не понял. Ну ладно, давай трубочку снимем. Привет, кажется,
кажется, вы погибли. Но не переживайте. Я вам помогу. Я буду вашим личным секретарем. Если у вас будут какие-то вопросы... Пошел в Плюмбус! Эй, Мортиклон, мы здесь! Короче, мы тебя воскресили, потому что нужно сделать кучу дел по дому. А нам с Морти нужно идти, так что давай. Все дела будут на доске. Да, тут все просто. Рик, пошли! Ах, да, и еще кое-что. Я сделал для тебя телепорт-системы, которые помогут тебе перемещаться по моему гаражу. Так что наслаждайся иллюзией свободы, безногое парящее существо. Опробуй-ка телепорт. Вот же ж вы, бесчувственные козлины, взяли и воскресили меня, чтобы помогать вам, пока вы там развлекаетесь. Закрой рот и просто опробуй мою новую систему телепорта. Тебе дозволено шариться в моем гараже, что тебе еще нужно, а? Пошел в Плюмбус. Я буду стоять здесь и ничего не делать. Воу, кажись, она реально работает. Крутая штука. Там даже отражается моя проекция, и она повторяет все мои действия. Ай, пошел ты в Плюмбус, Рик, я телепортируюсь. Короче, у меня там на стеллаже лежат часы, вот ты на них как раз смотришь. Не это ты взял, дубина. Надень эти часы, чтобы я смог связываться с тобой, даже если нахожусь в другом измерении или в другом мире. Да нафиг ты мне сдался. Пошли, Рик, нам уже пора. Короче, Мортиклон, мы пошли. И не трогай мою лазерную пушку. А, что? А где лазерная пушка? Покеды, чуваки, и не возвращайтесь никогда. О, рука вернулась. Ну что, доска, показывай, что делать. Ай, чтоб тебя часы надо одеть, ну сейчас. Кстати, они такие, в принципе, симпотненькие. Воу. С авторемешком? О, круть, ты наконец-то надел часы. Теперь у нас есть связь между мирами. Есть что, я буду тебе трезвонить. Итак, клон Морти, твой час пик настал. Мы тут с оригинальным Морти кое-что стырили и отправили тебе посыльным. Он должен скоро к тебе прилететь. Эта штука стоит очень многих денег и кое-где пригодится нам, так что сохрани ее. Старый пенни, где твой посыльный? Посылка от Рика. А? Кто это сказал? Блин, а кто это был? О, посылка прилетела. Это, конечно, все замечательно, что она прилетела и что я здесь, но... я могу телепортироваться всего по трем точкам, а посылка-то она вне гаража. Как мне до нее дойти? У меня нет ног. Старый ты пердун. Сэкономить он решил на доставочке. Пару метров вот не донести было. О, вот это мне должно помочь. Ну-ка, иди к папочке, покемончик. Сейчас мы тобой воспользуемся. Опс, что-то пошло не по плану. Используй мизиксов, не разнеси мой гараж. Эти синие покемоны повторяют все движения за тобой, так что будь осторожен. О, он реально повторяет все движения за мной. Я словно смотрю в зеркало, только я там в отражении какой-то синий. Так, чувак, значит, бери вот эту штуку. Давай, ты должен меня выручить. Красавчик, а теперь кидай мне. Рукожоп синий. Давай еще разочек и... Чтоб тебя! Ладно, тихо, спокуха. Сейчас дубль 3 будет. Эх. Воу-воу-воу-воу-воу! О, прикольно! Так, сейчас мы его немного... Блин, я хотел его немного помучить, а в итоге грохнул. Ладно, у нас тут есть еще запасные. Сейчас вызовем другого. Вот так, наклоняемся, берем, красава. А теперь кидаем вот так. Да чтоб, а? Чуть-чуть не хватило, ладно, сейчас подойдем поближе, и вот так, и так, отлично. Давай, передай мне в руку, прям красавчик, есть, я тебя обожаю, синюха. Блин, уронил. Эй, мистер Мисикс, давай-ка затусим, а ну-ка покажи, что ты умеешь. Так, блин, как же круто, когда он повторяет за тобой все движения. И маску еще может содрать. Еще одного не хватает. Так. Ну что, чуваки, сейчас затусим. Эй, блин, блинский. Сейчас все поправим. Вот сюда. Да! Моя потанцовочка. Ништяк. Ну что, сипсики, мипсики, как вас там? А, мистер и миссиксы, о. Давайте, в общем, повторяйте за мной движение. Оп.